Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов. Сегодня у нас картина Анри Руссо «Игроки в американский футбол». 1908 год, холст, масло 100 на 80. Художник выбрал очень необычный сюжет, в котором ощущение праздника достигает своей кульминации. Фигурки спортсменов в полосатых костюмах кажутся вырезанными из бумаги и вклеенными в пейзаж. Композиция картины также очень смелая. Между фронтальным ракурсом и перспективой с высоты птичьего полета нет никакого перехода. Аллея парка, возможно, Сен-Клу, превращена в игровое поле белой изгороди. Члены команды похожи на шарнирных кукол. Сам процесс наполнил ощущением счастья и радости жизни, настолько гармоничными и чистыми, как будто зритель смотрит на мир глазами ребенка. Известно, что полотно было написано по случаю проведения первого международного матча между Францией и Англией, который состоялся в Париже в 1908 году, когда регби был еще относительно новым видом спорта. Со свойственной ему непосредственностью Руссо в центре поля изображает себя, триумфально ловящим мяч. Будучи изгоем среди художников, который манил мир кабаре и кафе «Белле Эпик», а также в связи со стесненным финансовым положением, Руссо выбирал подобные жанровые сюжеты. Благодаря этому были написаны образы энергичных артиллеристов, это одна из его картин, и энтузиастов, осваивающих регби. Все, пока-пока, привет. Сегодня мы смотрели на картину «Игроки в американский футбол» Анри Руссо, 1908 год, холст, масло. Пока-пока, до свидания. Текст из книги «Великие музеи мира». Пока.